медики обязаны мерить давление тех, кто приходит просто по возрасту, раз в год. Зрение проверили, зрение хорошее, если еще есть возможность поля зрения проверить. Поля зрения проверили нормально, зрительные функции нормальные, давление нормальное. Живем спокойно. А если уже есть подозрение, что-то непонятно, давление повышено, то здесь, конечно, надо брать направление и ехать в специализированное, ехать или в клинике третьего уровня, это областные больницы, или ехать в федеральные структуры, там, где занимаются многопрофильные клиники, как МНТК. У нас разработаны все методики, все технологии. Брать направление на диагностику и приезжать. Или обратиться, у нас большая выездная работа. Приезжают наши доктора во многих регионах Центрального федерального округа, записаться на прием. И там это, в общем-то, банальные, элементарные моменты на выезде мы все проводим. А если надо сделать более расширенную диагностику, это, конечно, только в условиях нашей клиники. В нашей клинике есть все методики диагностики этого заболевания. И мы диагноз можем поставить в любой стадии.